секретность. Привет, Леш. Я тут, короче, убираюсь. У меня закончился ремонт. Я вроде бы говорила уже в перископе моем. Вот. Сегодня, только сегодня у меня моим, короче, утренней трансляции было все по-другому. В итоге сейчас стоит все по-другому. Короче, тут опять все заполняем. Тут еще бардак. Я вообще, если честно, у меня вообще зеркало пыльное. Вот завтра буду мыть. Ой, какая я толстая, вот видите. Все, надо худеть. Так. И так, кстати, говорю каждый раз. Привет, привет. Люди подтянулись. Сегодня делала трансляцию. В трансляции вообще какие-то попались неразговорчивые люди. То, что утром я не смотрела, очень жаль. Привет, привет, привет. Вот, и я разболтала, много чего рассказала, если честно, даже. Значит, я спал. Очень жаль, да, ты спал. Вот, рассказала очень много чего, и в итоге никто мне ничего не писал, мне очень было скучно. Я просила, умоляла, напишите, пожалуйста, мне хоть что-нибудь. И в итоге никто ничего не написал. Думаю, ну ок, чё. Так, как дела? Не люблю этот вопрос, не спрашивайте, пожалуйста, как дела. Ну, вот не люблю. Темно как-то. Так, тут надо позабирать вещи. Лагает немного. Оу, мэн, не должно же быть, не должно так быть. Короче, рука устала. Все удивляются. Тристан. Прикольно. Я теперь тоже не буду. Я рыбка, я забыла. Что это за багрю гуся? Ага. Вот смотри, вот смотри. Вот смотри, как. Да, все равно не идет. Это стенка тоже не идет. Я же говорила. Как так? Лучше сделали? Ну, сейчас сюда приду. Диван так стоит. Это вообще как-то стенка уже не сюда. А? Кто? Не сюда уже. Вот-вот. Стенка уже не сюда? Все уже, да? Все сюда, короче. Живет живо. Да, здесь уже дырки вон. Надо какие-то, да, чтобы повесить, чтобы закрыть его. Ты сегодня вроде бы меня уже доспрашивал, я тебе отвечала. Зачем спрашивать по два раза, по три раза? У вас одинаковые голоса, да, это... Нам уже договорились, если честно. Говорят, что не различишь нас уже. Чего она всегда открывается? Пока посижу, короче, тут. Рассказывают, мама сестре тоже, какой у нас произошел скандал с мамой. Вот. Мы долго думали, как диван поставить. Груди размер. Потому что я сегодня как-то слишком секосно одела майку. Прям чувствовала, что сегодня буду перископить. Вот, теперь мне все спрашивают, классные сиськи, да, ну что такое. И думаю, что их там нету. Тут, наверное, лагает, да, тоже? Потому что я далеко от Wi-Fi. У меня только Лёха один в перископе. Лёх, чё как твоя жизнь хорошая? Надо тебе мыть. Муська. Лёх, скучно. Шутка. Ладно, короче, чуть позже сделаю трансляцию, думаю, будет поинтересней. Не открывай дверь.